Герои неба. Виталий Попков, дважды Герой Советского Союза. Один из самых успешных советских летчиков-истребителей. В годы войны летал на истребителях Ла-3 и Ла-5. Совершил около 350 боевых вылетов. Попков был универсальным летчиком. Вылетал для прикрытия войск, разведки, нанесения бомбовых ударов, а также для свободной охоты на врага. Участвовал в воздушных боях над территорией СССР и европейскими странами. Попков входит в десятку самых выдающихся асов мира. Лично сбил 41 самолет. Оркестр Леонида Утесова подарил ему персональный самолет. Факты из биографии Попкова легли в основу знаменитого фильма «В бой идут одни старики». Виталий Попков – почетный гражданин более 10 российских и европейских городов. В Москве при жизни ему был установлен бронзовый бюст. Мы помним наших героев. Российское военно-историческое общество.